и тормоза, как видно, работает. То есть, если вдруг закусит там ее где-то, вот эта штука, она, ну, она резиновая такая, вон, как видно. Тут на, а, там пружина стоит. Она получается, ну, вот так вот ударится и срабатывает тормоза, он его не выворачивает из рук. Ничего не отобьет. Да. А ты тоже видал ролики такие, где люди бегают, его поймать не могут, он крутится там во все стороны. В общем, что, пробуем бурить первую ответственную лунку. Черную. Так, кнопочку. Эти ручки, они прям с мягкой такой резины сделаны. На руки вибрации не идет. Здесь, судя по всему, тоже какие-то амортизаторы стоят. То есть эта ручка, она, ну, нормально. Вибрация на руки не передается. Здесь вот получается 4 амортизатора, я так понимаю. Тоже там резинки вставлены какие-то. Ручки аж приятно держать, прям мягкие-мягкие. Лунки пробурил. Сейчас выставляю все в уровень и буду делать опалубку.